В Ленске уже давно стали частыми рейды «нетрезвый водитель». Сотрудники ДПС используют метод тотальной проверки, стараясь остановить максимальное количество машин. Причем большинство водителей с пониманием относятся к таким действиям. Ведь только за один вечер инспекторы поймали несколько водителей в алкогольном опьянении. Продолжит Светлана Полеева. На территории Ленского района за текущий год произошло по вине нетрезвых водителей два дорожно-транспортных происшествия, при которых один пешеход погиб и двое получили повреждения различной степени тяжести. В связи с этим на территории нашего района, а также в принципе и на территории всего нашего субъекта проводятся плановые мероприятия по проверке и выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Такие проверки проводятся целенаправленно. Как правило, стараемся проводить в выходные дни для того, чтобы максимально постараться убрать водителя в состоянии алкогольного опьянения с дороги. По результатам последней проверки было выявлено 4 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 2 водителей, повторно управляющие авто в состоянии опьянения. Как уже было сказано выше, рейды «нетрезвый водитель» проходят постоянно. Для наибольшей эффективности сотрудники ДПС используют метод так называемой тотальной проверки, работают группами и останавливают чуть ли не каждого второго. В результате подобных плановых рейдов в Ленске только за одну ночь выявлено более 5 водителей-пьяниц. Если посмотреть на общие данные текущего года, то ситуация довольно плачевна. Да, с начала 2017 года сотрудниками отдела ГИБДД по Ленскому району выявлено более 100 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Возбуждено 7 уголовных дел по статье 264 прим. 1, а также находится на стадии проведения проверки с дальнейшим возбуждением еще порядка 4 материалов. Наказывают водителей пьяниц строго. Высокий штраф до 30 тысяч рублей и статус пешехода как минимум на 1,5 года. За повторное управление транспортным средством предусмотрена уже уголовная ответственность. Надо сказать, что и такие случаи уже в Ленске зарегистрированы. Светлана Болеева, Алексей Семенов, НВК СХ, Ленск.